Добрый день, пчеловоды и не пчеловоды. Купили рефрактометр, проверить хотим мед. Сколько у нас он влажность, туда-сюда. В интернете посмотрели, как это делается. Вот. Намазать слой сюда. А то у нас инструкция только на английском. Вот. Влажность меда, ага, вот это настраивается, влажность Water 16.0, Brix 82.5, а вот что-то это, BE больше 43 даже зашкаливает, что это интересно такое?